Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Верука следующая. Рвотный рефлекс, но без сопровождения рвоты. То есть человек не рвет ничем, а вот как бы у него сухая рвота. Позыв есть, он бы как бы вроде бы приготовится, скажем так, вот наступает, чувствует этот позыв, а вырвать нечем. Ну, конечно, кто-то скажет, это нервное перевозбуждение может быть. А потом человек смотрит, что это уже хроническое у него состояние. Иногда это по утрам, по вечерам, а у кого-то это в обеде, пополудню. У всех это по-разному. Почему? Потому что здесь не только участвует желудок, пожалуйста, будьте внимательны, а также участвуют и меридианы, которые своим внутренним ходом контролируют желудок. И меридиан сердца точно так же контролирует наш с вами орган желудок. И он может участвовать как в воспаленности желудка, так и слабости желудка. Он точно так же может в желудок не пустить ту информацию, которую сердцу не угодно. Как ни странно это звучит. Потому те или иные продукты, либо те или иную информацию, которую человек пускает в свой желудок, смотрите, что вы едите. И вы сразу поймете, почему сердце возмущается или не хочет. Также рвотный, скажем так, рефлекс без сопровождения, ну, будем называть коротко, сухая рвота, вот, может сопровождаться на первом месяце беременности у женщин. Поэтому нужно помнить, что здесь участвует формирование вашего плода так же, что эти меридианы. Не следует бить панику и тревогу. Помните, при сухой рвоте лучше всего помогает сразу же выпитая вода, но какая? Родниковая. Помните об этом. Дальше. Может вызывать сухую рвоту застой желчи. Мы знаем, что желчь чистит не только весь организм, но также желудок и сердце. Если сердце, то есть желчь почистил, желчный пузырь почистил сердце, орган и желудок орган, но не может выкинуть эту информацию, он может что? Не захотеть. Застой получится. Вследствие чего надо опорожнить желчный пузырь, желчногонным. И все станет на свои места. Также может сухую рвоту вызывать морская болезнь. Это заболевание желудка, чтобы вы знали, в котором участвует меридиан сердца, мы повторимся. Ну и, конечно же, это непереносимость различных продуктов, которые человек употребляет, но желудок не хочет воспринимать, либо воспринял эту, скажем так, правильнее будет сказать, эту информацию. А потом то, что напичкано на сегодняшний день в супермаркетах, всяких, так простите за выражение, там всякими добавками, ешками, бешками, там, дешками, хэшками. Вот. И вследствие чего страдает весь организм целым и вся информация человека в целом. Помните, что желудок это амбар всех энергий, которые приходят в наш с вами организм. И с этого амбара мы сможем что? Взять любую энергию. И может быть в этой амбаре не нужна та или иная энергия. Что вследствие чего желудок что? Выкинет эту энергию. Он может выкинуть ее и неведомо. Вот такой вот, скажем так, сухой рвотой. Ну, конечно, сухую рвоту может, скажем так, активизировать, либо провоцировать это наши страхи очень сильные. Это стрессовые ситуации. Ну, это, конечно же, тревога, депрессия и все различные состояния, непонятные, скажем так, чувства, скажем так, беды, которую человек объяснить не может, но он ее чувствует. И это начинает человека сотрясаться весь организм, вследствие чего дрожь появляется, нервное перевозбуждение, и человек чувствует, что желудок это взял на себя. И чтобы эта энергия не вошла дальше в человека, желудок вот такой сухой рвотой, неведомой нам рвотой, выходит с него энергетика. Возьмите зевание, бывает то же самое. Итак, что может акупунктура? Точка S4 Линдау всегда борется с любой сухой, скажем так, сухой рвотой, либо сухим рвотным рефлексом, который проявляется у человека. Так что помните, уважаемые зрители, смотрите, что вы едите, с кем вы ходите, общаетесь, в каких гостях вы бываете, чем вас кормят и что вам подают. Почему? Потому что сказка ложь, да в ней намек. Спасибо за внимание.